В отношении главреда интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова составлен протокол на основании размещенного в соцсетях призыва к участию в несанкционированной акции 23 января. Такие разъяснения «Интерфаксу» дали в столичной полиции. Статья, по которой обвиняют журналиста, предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Сам Смирнов говорит, что не выходил на митинг и весь день провел дома. Корреспондент издания «Медиазона» Егор Сковорода присутствовал во время задержания. Вот что он рассказал «Бизнес-ФМ». Что конкретно они ему сейчас пытаются обвинить, пока не ясно. Видимо, какая-то часть статьи 20.2 за якобы призывы или что-то такое выходить на митинги, которых, насколько я видел, у Смирнова нигде не было в соцсетях. Сказал, что его уже ждали. Целый автобус, пятеро или четверо полицейских, два или три опера в штатском, маленькая спецоперация. Ранее суд в Москве отправил под домашний арест до 23 марта пятерых соратников Навального, его брата Олега, Любовь Соболь, координатора московского штаба политика Олега Степанова и главу Альянса врачей Анастасию Васильеву. Все они проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января. Причем кого-то отправили отбывать домашний арест в квартиру к бывшему мужу, кого-то к теще. Например, Анастасию Васильеву отправили по месту регистрации, где сейчас живет ее бывший муж с новой женой, рассказал «Бизнес-ФМ» адвокат Васильева и Дмитрий Джулай. Следователь не предоставил в суд согласия от бывшего мужа и его членов семьи, готовы ли они принять вообще Васильева у себя, потому что они уже давно чужие люди, они разведены, у них неприязненные отношения. Хотя следователь обязан был получить данное согласие, и суд обязан был учесть согласие лиц, проживающих в квартире. При этом ее дети, у нее двое несовершеннолетних детей, один из которых страдает ребенок хроническим заболеванием, они остались на ее съемной квартире, где она фактически проживает без присмотра, без взрослых. Дмитрий Джулаев. В субботу Следственный комитет России объявил в розыск Александра Хоменко. Его называют спонсором фонда борьбы с коррупцией, объявленного Минюстом иноагентом. Хоменко обвиняют в мошенничестве, как сообщили в СК. Он руководитель фирмы «Стройинжиниринг» и «ВИП-сервис». Эти компании получили 30 миллионов рублей в качестве оплаты по госконтрактам и были похищены Александром Хоменко и его подельниками. Сам он причастен как минимум к трем эпизодам мошенничества. По данным СК, сейчас он скрывается на Украине. МВД сообщает, что на несогласованной акции в Москве 23 января признаны потерпевшими юридические лица, их представители допрошены, установлена сумма ущерба предприятиям, но она не называется. Также были опрошены водители, чьи машины были блокированы в прошлую субботу. По центру Москвы в воскресенье не погуляешь. С 8 утра для пешеходов и автомобилистов путь туда закрыт, не работают 7 станций метро, магазинам и кафе в 100 метрах от Лубянки рекомендовано приостановить работу. Такие меры власти принимают из-за возможной несогласованной акции. МВД призывает граждан воздержаться от участия в ней. Власти объяснили закрытие кафе и магазинов в центре Москвы 31 января. Как заявил замэра Москвы Алексей Немирюк РИА Новости, рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые находятся в радиусе 100 метров от Лубянки. После 7 вечера они смогут возобновить работу. Проверять соблюдение этих рекомендаций власти не будут, отметил замэра. По его словам, ГУМ, ЦУМ и торговый центр «Охотный ряд» решили закрыться в этот день по собственной инициативе. Компенсации каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено. Это стандартный формат работы заведений во время акций или праздников, добавил Алексей Немирюк. Так будет ли завтра работать общепит в центре Москвы, говорит основатель ресторана «Мясо энд рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Наш ничего закрываться не будет. Действительно, сейчас говорят о рекомендательном характере, поэтому я думаю, что все нормально отработают. А нет ли риска какого-то, там, не знаю, что забит, может быть, витрину какую-нибудь или еще что-нибудь пострадает? Да нет, нет. Я думаю, что ничего страшного. Я думаю, что можно будет спокойно работать. Если просто не перекроют движение, то все будет в порядке. В воскресенье в связи с возможным проведением в Москве несогласованной акции центр города перекроют для пешеходов и транспорта. Летом 2019 года местные жители и бизнес жаловались на регулярное перекрытие улиц. Одной из ярких иллюстраций стали фото разгневанной невесты, чей свадебный кортеж не смог проехать к забронированному ресторану. Житель Тверской Максим говорит, что неудобства очевидны. Здесь живут люди, которые не должны сидеть весь день в своих квартирах. Многих людей не интересует политика, они не участвуют ни в каких манифестациях. Ну вот мне завтра надо ехать на одно мероприятие, естественно, я не знаю, на чем ехать и как. И на такси нельзя будет ехать, и на своей машине, или и на метро. И многие люди, наверное, пострадают из-за этого. Может быть, кто-то назначил отмечать день рождения, еще что-то. И что, все кафе закрывают, рестораны закрывают. Что у нас, началась бомбежка Москвы, что ли? Перекрытие половины улиц внутри Бульварного кольца может вызвать пробки на всех главных дорогах, говорит таксист Егор. Вообще, во время таких вот массовых собраний, митингов и прочих вещей, я
принципе не суюсь в те места, где возможно скопление людей. Во-первых, это действительно затрудняет движение, потому что подступы, как правило, перекрыты. На всех подъездных улочках, проездах и даже во дворах скапливается достаточно большое количество машин, в том числе и такси. И это банально неудобно, и очень много времени тратится, не говоря уж о том, что можно и под горячую руку подвернуться, поэтому я и сам не езжу в такие места, и в целом не рекомендую работать в тех местах, где проходят разные массовые мероприятия. Потому что можно заехать, допустим, да, в определенный адрес, куда вызывают, на границу там этих самых митингов, да, ты заедешь, в это время за тобой куча машин заедет, и еще какая-нибудь спецтехника подъедет, и ты просто оттуда не выберешь. То есть вызовов очень много, потому что много людей, большая нагрузка на любые сервисы. И эти заказы, кстати, можно легко определять как заказы с достаточно высокими коэффициентами. И бывают там коэффициенты 2.0, 3.0 относительно обычной цены. То есть понятно, что спрос очень высокий. Но вот именно поэтому их так и можно фильтровать, и лучше туда не ехать. Это точно не окупится. Таксист Егор, директор театра «Рамт» Софья Апфельбаум советует зрителям заранее планировать дорогу. Она напомнила, что в воскресенье, в отличие от акций прошлых лет, не будут перекрывать Тверскую. К театру можно будет добраться дворами. В воскресенье у «Рамт» два детских спектакля. МВД призывают граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января. Нарушители порядка будут задержаны и привлечены к ответственности, предостерегли в ведомстве. Тверской суд в Москву в пятницу отправил под домашний арест до 23 марта 5 человек из окружения Навального. Это его брат Олег, координатор Московского штаба политики Олег Степанов, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, активистка Мария Лехина и продюсер Навальный Лайф Любовь Соболь. Все они проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированные акции 23 января. Комментирует директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салян. Эта тактика не новая. Она абсолютно копирует тактику власти в отношении предполагаемых лидеров оппозиции, организаторов протеста лета 2019 года в Москве. Тогда тоже, после того, как прошли первые протесты, власть использовала превентивные аресты, превентивный вывод из игры тех, кого можно было причислить к лидерам оппозиции. Не только Навального, но и около десятка или, по-моему, даже 15 фигур либо из его окружения, либо самостоятельных лидеров, но более мелкого масштаба. Единственное, что юридические предлоги для этих арестов тогда были другие. Это было не нарушение масочного режима и не вовлечение детей в противоправную деятельность, поскольку тогда, по-моему, такой статьи еще не было. Важно то, что их выводят из игры накануне новой протестной акции. В 2019 году это не помогло. То есть превентивные аресты лидеров оппозиции не привели к снижению протестной волны. Она развивалась по своим закономерностям и пошла на спад вне зависимости от действий власти. Что будет происходить сейчас, время покажет, но в любом случае обстановка уже разогрета, и вот эти вот контрфильмы, которые, судя по всему, снимаются по заказу власти для того, чтобы выступить таким неофициальным опровержением фильма, они наоборот только подогревают интерес к этой тематике, и, то есть они повторно возвращают внимание аудитории к ней. Павел Салин. А по словам представителя МВД Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных акций 23 января создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей, которым было вынесено предписание оставаться дома.